Всем доброе утро, друзья. Кто там спрашивал про Honda CR-V? Вот она у нас такая. Это нашего коллеги машина. Кто-то спрашивал по поводу ее подвески. Давайте ее посмотрим. Здесь как раз ее перебираем. Вот так вот выглядит вся задняя подвеска. Здесь все будет перебираться. Частично здесь уже перебрали амортизаторы, ступицу. Вот, все отмыли, все очистили. Также будут меняться здесь сайлентблоки все, сайлентблоки в рычагах. Вот, по подвеске, в принципе, тут ничего такого сложного нету. Вот, эта машина по подвеске не ремонтировалась совсем. Если не ошибаюсь, год у нее 2000, по-моему, 2004. Вот, то есть с 2004 года в подвеску здесь никто не лазил ни разу. Менялись только, по-моему, задние стойки стабилизатора и передние стойки стабилизатора. Ну да, вот они немножко свежие. Вот, а так, в принципе, машинка очень даже надежная.